Buenos días, amigos. Ну что, хочу сообщить вам, дорогие мои друзья, что очень скоро на YouTube мы открываем канал, где я буду вести авторскую программу «Горбунов мастер-класс». Я буду рассказывать вам о кино, в которых я снимался, фильмы, которые изменили мою судьбу, режиссеры, сценаристы, операторы, великие актеры, с которыми мне посчастливилось работать. Как обычно, в кино много интересного, много грустного, много драматического, но очень много комедийного. То, что остается за кадром, то, чего вы не видите, но о чем я с удовольствием вам смогу вам рассказать. Эта программа будет о кино, эта программа будет о моем личном опыте и о тех людях, которых я встречал, потому что сниматься я начал в 82-м году, уже будет 42 года, как я снимаюсь в кино, в 82-м году и по сегодняшний день, короче говоря, 42 года в кино, амигос. Больше 150 фильмов, и, в общем, есть о чем рассказать, есть чем поделиться. Вот, ну и потом не забывайте, это будет мастер-класс. Мне самому уже очень давно не хватает вот такой авторской программы, где бы я смог рассказать, делиться, может быть, даже практически показывать в каких-то таких маленьких этюдах, что такое актерская профессия. Естественно, мы будем делать онлайн-встречи, где через какое-то время я смогу отвечать на ваши вопросы. Мы будем с вами встречаться там условно раз в неделю, может быть, раз в две недели. Я еще не очень понимаю до конца, в каком формате, как будет выходить эта программа «Горбунов мастер-класс». Но в любом случае, это все произойдет скоро. Анонсы тоже выйдут. Будем на связи. Кто еще не подписан на мой инстаграм, пожалуйста, вот здесь ссылка. Можете посмотреть. На фейсбук мой можете посмотреть ссылку. И в тиктоке у нас с моим другом Сергеем Олимпиевым канал «Следопыты». Это мини-сериал, который мы уже снимаем. Ну, сейчас, правда, пауза, по понятным причинам, война все остановила. Но 3 года мы снимали активно и придумали такой формат сериал, где каждая серия 30-40, ну, до минуты, серия до минуты идет. И, повторяю, это мы начали делать 4 года назад. Об этом тоже я расскажу в нашем мастер-классе. Так что до скорых встреч. Надеюсь, что будет душевно-познавательно... И как это взаимно приятно. Или взаимно притягательно, можно так сказать. Артист, он же как собака, он как животное, как говорил мой великий учитель Константин Петрович Степанков. Он говорит, понимаешь, Горбунов, этому научить нельзя. Это у тебя либо есть чутье, как у собаки, нюх на эти вещи. Так он талант определял. Есть у тебя этот нюх или его нет, потому что научить этому нельзя. Так что я о моем великом учителе Константине Петровиче Степанкове, народном артисте СССР, естественно, я тоже буду много рассказывать, потому что эти люди, мне кажется, незаслуженно забыты на сегодня. Очень многие картины старые, уже выросло поколение, которое не знает картинки на студии Довженко. Я повторяю, с 82-го года снимаюсь и застал очень многих людей, которых давно уже нет с нами, но это были великие мастера, это были великие профессионалы, это были люди, которые любили кино, и да и многие отдавали жизнь свою за кино. Всем пиз, амигос, до зустречи!